Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. В культурной жизни города Новотроицка произошло знаменательное событие. Здесь, на территории, то есть в здании кинотеатра «Экран», открылся ночной клуб «Ностальгия». Я хочу задать несколько вопросов организатору этого клуба, ночного клуба «Ностальгия», Сергею Николаевичу Кашутину. Сергей Николаевич, наверняка не только наш город, но и, в общем-то, область не может похвастаться такими подобными заведениями. Как вам в голову или еще кому-то в голову пришла такая идея? Идея пришла у меня... Как вечером, проходясь по улицам Новотроицка, молодежи некуда пойти. Вся наша молодежь, она находится в подъезде, ходят там, мешают жителям, даже доходит до того, что все видели, конечно, даже нецензурщину у нас в подъездах. Не хотелось бы, чтобы наши дети, наше поколение, у меня у самого растет дочь, чтобы они шлялись по подъездам где-то по улице. Пусть они будут всегда здесь, пусть они будут всегда при присмотре в наших глазах. Это дом, для которого мы создали для всех. Сергей Николаевич, такой вопрос. Кто выступил учредителями этого ночного клуба? Учредители идут и по отечный торговый дом, и банк «Носта», где управляющий Дрелинг Виктор Петрович. Вот такое интересное название «Ностальгия». Чем оно объясняется? Название интересное, конечно. Ну, оно... Соответствует названию учредителей «Ностабанк». Первое – это «Носта». А «Ностальгия» – это уже учредители, все не молодые. Конечно, хочется всем прийти сюда, всем вспомнить молодость. Из-за этого такое название. И оно еще с продолжением. «Ностальгия» – это память. Это человека всегда тянет туда, куда он, где он родился. И еще раз пусть я повторю, что это наш дом. Чтоб путь всегда всех тянет сюда. А вот то, что называется клуб, называется «Ностальгия», это как-то повлияет на культурную программу, которая здесь будет? То есть на музыку? Может быть, здесь будет больше музыки из прошлого? Да, это, конечно, в наших планах. Это мы будем... Музыка будет соответствовать всем возрастам, начиная от 15 и кончая с 60. 70 лет. Как будет работать? В какое время? Ну, работа нашего клуба начинается с 9 вечера и до 6 утра. С 12 дня до 6 вечера работает бар. Пожалуйста, можно прийти днем провести время здесь. Как вы собираетесь вообще регулировать порядок в этом заведении, чтобы он не превратился, в общем-то, чтобы он не потерпел, чтобы у него была не такая судьба, как у многих заведений в нашем городе? Ну, здесь мы подумали немножко, здесь у нас охрана. Ребята службы безопасности, которые следят за всем, за этим, за порядком. Была статья в газете «Капитал», что с названием «Без семечек и без спиртного». Хотелось, конечно, чтобы все люди отнеслись с совестью, чтобы созданная не... Просто у меня просьба к людям, не надо хорошее портить.